Ну, ребята, это самое ужасное, в тот же момент самое трогательное, самое продирающее тебя просто до глубины души серия. Однозначно этот сериал лучше, чем 5.32 по эмоциональной составляющей, по вот этому душевному отклику от просмотра. Я просто под конец, я не смог. Просто слезы сами потекли. И еще эта музыка, эта скрипка. И я вот прям дослушал до самого конца практически. И это прям того стоило. А еще хочется сказать, что для родителей дети, они всегда остаются детьми. Вне зависимости от того, сколько лет этим детям. Чем они занимаются? Что они натворили по жизни? Ну, для большинства. Ну, практически для всех. Для 99%, наверное, в целом людей. Их дети, они всегда будут детьми. Так же, как и мы, вот, взрослые мужики сидим. Мы для своих бабушек, для своих опашек, ташек. Также дети. Отец... наверное, как-то понимал, что ли, что Аман в каком-то таком замешательстве, в каком-то помутнении. Разум, просто лишился разума. И все-таки после вот этой, это, я так понимаю, отец, возможно, пел какую-то песню, или это колыбельная, да, но которая так или иначе была знакома Аману, скорее всего, с детства. И это и послужило тем самым, как сказать, тем самым триггером, которое его и вернуло в обычное людское состояние на чуть-чуть, когда он сорвался на Казбека. И вот после того, как его все начали избивать, отец его обнял, мой сынок. И вот, мне кажется, сейчас в моменте он окончательно вернулся. Блять. Ребят. Это лучшее, что я видел. Вот, не знаю, может быть, это громкие слова, да, как бы, кто я такой. Но, наверное, это лучшее, что я видел из казахского кинематографа. Да, есть рэкетиры, бизнесмены, есть... тот же самый пресловутый 5.32. Он был хорош тогда в моменте. Сейчас 12.86 однозначно. А, Меф, да, тоже понятно. Плюс-минус молодежная тема. Тоже, как сказать, актуальная, распространенная тема. Тоже, все круто, все круто. Но здесь, я не знаю, это, наверное, больше фильм для такой, для взрослой, что ли, аудитории. Которые... возможно, уже родители, кстати, да. Или которые готовятся стать родителями. Но нет, наверное, которые готовятся стать родителями, ни хера не поймут, пока через это не пройдут. А вот те, кто из нас уже родители, у кого есть дети плюс-минус взрослые, может быть, вообще прямо уже взрослые, да, вот у тех вот этот сериал как раз-таки откликается очень так глубоко и животрепещуще. Это было круто. Всем Копрахмин, большое спасибо за то, что смотрите на Бусти, за то, что поддерживаете. Все, давайте, всем пока, удачи, до встречи.